Это такой казачок встречает. Прикольный. Настоящий казах. С усами. Со шпагой. Хорошенький казачок. Колодец такой аккуратненький. Это, ребят, типа вот троицкий сунгур, типа вот изображает такой, типа деревенька вот такая вот. Колодец, казачок, сено, печка, я смотрю, издалека просто не поняла, что такое. Оказалось, это печка. Типа маленькая деревушка. Вот, ребят, печка какая. Ну, она прям настоящая. Открывай прям все дела. Супик можно сварить. Картошку потушить. Сено-то на тележке. Ну, когда показано. Тут, как видите, это даже как сад сделали. Ну, действительно показывают, что типа маленькая деревушка такая. Мне очень интересно в таких местах походить, посмотреть. Очень так все хорошо сделано. Здесь калиточка, заходите. Подстолнухи вот. Тоже сдалека прям заметные. Охота поснимать, зайти. Что тут интересного посмотреть. Вот так, ребята.